Для Ольги Ситниковой все складывается успешно. Точка самовывоза уже начала свою работу. Полностью реализована первая крупная партия кукол. И дело идет к тому, что бизнес будет расширяться на запад, потому что Ольга едет с рабочей командировкой в Иркутск. Ну, в Иркутске у меня несколько целей. Во-первых, основная цель, конечно, это изготовление коробочек. То есть мы уже по телефону все обговорили, мне сделают пробную коробочку, и я должна ее оценить. Только после этого, как я ее приму и подпишу, мне уже изготовят большое количество этих коробочек. Вторая цель – пройтись по их сувенирным магазинам. Вероятность расширения рынка велика, так как иркутские сувенирные магазины самостоятельно вышли на Ольгу и побудили ее к сотрудничеству. В Иркутске сейчас, пока весна, пока еще не начался туристический сезон, надо дать о себе знать, то есть надо себя показать и там тоже, потому что в Иркутске, по сравнению с Бурятией, там гораздо больше туристов, и там гораздо больше вот эти сувениры уходят. Мы можем заметить, что прямые продажи для Ольги – это золотая жила. К интернету же Ольга относится скептически, так как с его помощью продано только две куклы. В будущем, возможно, и будут и продажи и через интернет, конечно. Но пока, видимо, рановато еще. В защиту интернета выступил бизнес-наставник Дугар Байыртуев. В качестве аргумента он привел в пример один из интернет-магазинов нашего города. Мы создали очень много интернет-магазинов, и в Улан-Удэ наиболее популярный из них – это Барис Онлайн. Ну, соответственно, интернет-магазин Барис, который продает бытовую химию и продукты питания онлайн. То есть это самый работающий, продающий интернет-магазин, который находится в операционной прибыли. У него работает несколько курьеров и доставляет там несколько десятков заказов в день по городу Улан-Удэ. Значит, любой посетитель может зайти, вот посмотрите, и быстренько заказать. Говоря о будущем Ольгином сайте, Дугар отметил, что онлайн-продажи кукол будут очень актуальны. И от Ольги это больших затрат не потребует. Но какими способами привлечь аудиторию к сайту? Чтобы привести наибольшее количество людей на сайт, существует несколько инструментов. Это поисковые системы. Значит, самой популярной поисковой системой в России является Яндекс. Есть такой сервис wordstat.yandex.ru, на котором каждый пользователь бесплатно может посмотреть, какие поисковые запросы наиболее популярны в этой сети. Ну, по каким-то ключевым словам, я думаю, мы пойдем в десятку, потому что конкуренция небольшая. Какие-то простые сайты и домашние странички. Так что, я думаю, мы сможем их обойти. Также Дугар рассказал о контекстной и баннерной рекламе, имейл-рассылках и продвижении в социальных сетях. А главное о том, когда же состоится запуск сайта. Сайт, я думаю, запустим через 2 недели. Что ж, будем ждать от сайта крупных заказов. А пока Ольга подсчитывает доход от существующих. По нехитрым подсчетам, чистая прибыль предприятия составила 68 тысяч. Такой неплохой запас денег позволяет Ольге ехать в Иркутск с позитивными мыслями. И перед поездкой она встретилась с работницей, чтобы принять новую партию кукол. Штанишки, бутылки. Не, вообще молодец. Вообще. Алена, скажите, пожалуйста, вы сколько сейчас кукол изготовили? 5 кукол. А сколько времени ушло на изготовление 5 кукол? Ну, в общие 2 дня. Так, на тебе твоя зарплата на эту неделю. Потом, когда придете, распишешься. Ольга, скажите, пожалуйста, вот вы хотите 8 точек в Иркутске обойти. Сколько кукол вы с собой планируете взять? Ну вот на данный момент их осталось, по-моему, 28, если я не ошибаюсь. Все заберу. Ну, я надеюсь, что хотя бы вот для, ну, чтобы просто вот поставить, хотя бы по 2 штучки, чтобы купили. Ну, может, больше. Продуктивность у работниц Ольги очень высока, что не может не радовать. Но как встретят бурятские куклы в Иркутске? Что ж, будем ждать Ольгу с хорошими новостями. Смотрите нас с понедельника по пятницу после программы «Новости дня» в 20:00 на канале TVCOM, а также на сайте infpol.ru.